Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дейли. Всем огромный салют, кто смотрит этот видосик ночью, как только он вышел. И сейчас у нас выходит третья часть видео из бокса Сани Перепла. Там, где как раз стоит три Сильвии, тринашка, пятнашка и 200 SX. И в этом видосе вы как раз таки увидите 200 SX, который очень лобазно прям собирается. Эта машина делается не под дрифт, а именно такой городской проект с возможностью дать немного бочком. Короче, очень интересная тачка, и она точно заслуживает отдельного видоса. Ну и на самом деле просто материал наснимал на час плюс, и я понимаю, что если делать видосы там по полчаса, в выходные, в праздники никто не будет смотреть, поэтому четко разбил по тачкам на три видоса. Спасибо всем тем, кто смотрел предыдущие. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Ссылочки на них оставлю здесь в описании, или они будут в конце видоса всплывающим окном. Там вы можете посмотреть про безумного Франкенштейна S13.5. И, конечно же, заготовку под очень дорогой качественный проект в кузове S15. Присаживайтесь поудобнее, наливайте кофеек, чаек, и мы начинаем. Здесь еще один Nissan SX, очень такая тоже кропотливая сборка, но не под корча, а под городскую машину с возможностью поехать боком в любой момент, вот так скажем. Первый JZ, отличный выбор для Nissan, реально лайк, с меня. Кто-то скажет SR лучше, но первый JZ на самом деле на небольшой турбине. Так, турбина, я забыл, как называется? Хона. А, Хона, да, это новые турбины, достаточно недавно выпускаются. Выпускной коллектор. Шабанов, братья Шабанов. Да, я знаю, это очень крутые ребята, которые варят коллектора. Ну, здесь просто мотор будет на новой проводке. Причем проводка тут милспек. Помните, я рассказывал, что такое милспек? Забугорные военные технологии, вот так скажем. Провода реально дорого стоят. Ну, легкая коса получается, это все не горит. Достаточно большой промежуток времени, если там что-то загорается. Короче, здесь вот такой вот именно проект. Как ты сам назовешь этот проект? Если ты еще вдруг заглянешь в гости и заявишь желание, может быть, просто в финале посмотреть, как это выйдет, и уже с бумажкой со стенда судить, потому что это будет и как это выглядит. С бумажкой типа мощность? Да. Да не, я к тому, что мне интересно даже наблюдать машину на таком этапе, потому что здесь ты видишь, как еще что-то там не прикручено, как что-то вы только макетируете. Для меня это интересно. Просто когда стоит готовая машина, ну типа да, она готова, если, прикольно, можно ее рассматривать, если фоткать. Если ты обычный обыватель, ты дофига чего каких деталей не увидишь, ну типа, ну есть тут трубка или нет, ты все равно этого не поймешь. А те, кто типа прохаванные, типа понимаешь, что типа, блин, это первый ТТ-шный столб или не ТТ-шный, блин, и типа, о, почему так? Ну, типа, ты это, типа, поймешь, блин. Ну, и поэтому, мне кажется, судить проще будет по картинке целиком, когда оно вся целиком сложится и будет, типа, ну, собрано под капоткой. Хорошо, я обязательно зайду, но мне вот реально сейчас интересно тоже посмотреть, как идет процесс сборки, потому что машина на пневме, например. Вот пневма, нижние рычаги N1, сделан выворот. Именно задача тачки максимально городская, будет весь салон, причем салон весь восстановленный, весь перешитый, очень тоже скрупулезно к этому подходит. Музыка будет, шумка. Я был против, честно, заказчик настоял. Не, ну а чё бы нет, слушай, если так прохватить, кондей, да, кондей. А еще вот кондей. Самое сложное было это найти, очень, черт побери, сложно, печку под левый руль с кондейной секцией. Это прям вот именно вот сам вот этот кусок с кондейным рефрижератором, короче, блин, это было, ну, прям очень сложно, блин, в итоге он был найден. Даже кондейную панельку был. А он идет от, это с 15 какой-нибудь? Нет, я нашел. А, именно от 200-ка? От леворульного 200-ка, блин, и, короче, снял. Понял. Поменял, снял, доплатил. Такой вот подход. Видите, все открашено, все аккуратно. А здесь полный каркас или только нет, задняя часть? А, полукаркас будет. Кстати, самое еще смешное... Что... Ну, чисто для стайлинга, наверное, больше. Это, да, больше для стайлинга. Самое еще смешное, что даже если здесь посмотреть, тоже есть элемент спорта, так как машина все-таки низкая, я переживаю за это. Топливо с тормозами были проложены через салон. А они будут просто под ковром? Да. Топливные трубки вот. Здесь идет процесс изготовления проводки салонной. Мозг, ВЕМС. Два компрессора под пневму. Здесь тоже разводится проводка. Нет, что, крутая тачка. Она будет в рокет-бане обвесе и на очень широченных дисках, на диски, ворках. Диски в прихожей лежат. О, офигеть. А это ворк вес? Да, это, кстати, передняя ось. Офигеть. Такие полки напереди. Блин, это же ворк вес. У меня такие же, только у меня, естественно, обычные полки, не степовые. Так, и вот нифига задний диск.
лютый. Как ты думаешь, привода долго проживут? Ну, если на нем особо не дрифтить, то, наверное, нормально проживут. Слушай, да, круто. Диски мощные. И под него вот как раз ресивер, да? Да, тоже все в черный порошочек, все. По красоте. Саня, лайк определенно ставим за такие проекты. Перешел с пневмачей. Сейчас посмотрим, какой первый блин выйдет. Комом по-любому не может выйти. Да почему? Может, все получится нормально. Да я уверен, что все получится нормально. Главное в это верить. Да, да. Саня снимает видосы. У меня тоже есть канал. Переходите, иногда они там появляются. Я в Тундре периодически смотрю новые серии. Ссылочка будет в описании. Переходите, поставьте лайк, посмотрите, зацените подход к сборке. Саня, тебе спасибо, что все рассказываешь. А мне вот очень интересно, плюс я думаю, нашим зрителям тоже будет интересно увидеть что-то новое. То, что до этого я у тебя был реально последний раз, только когда мы на Lexus ставили пневму. Это было 100 лет назад. Это было 20 лет назад. И, естественно, ну, короче, это было давно. Да. И никаких гоночных машин здесь как бы, ну, не было, так сказать, на сборке. Особенно Сильвии, которая мне очень интересна. А тут три. Просто... Тут просто Сильвии и SX-ы. Машины мечты моей. Конечно, я тут схожусь, просто все облизываю, смотрю, как что сделано, какие решения. Вот, например, там опоры Twin Factory стоят. Да. У меня, в принципе, такие же будут. GZ. Знаешь, что самое смешное? Извини, что перебил. Смотри, раз GZ, два GZ, три GZ. Там в углу стоит еще 4 GZ, 5 половинка GZ, и еще на складе еще 2 GZ. Да ты обрастаешь GZ-ами, что это хорошо. Вон, ТТ-шный пень. Да, я вижу. Блин. Ну тут такое. Это я о чем и говорю, что GZ реально популярный настолько двигатель, что если, например, даже искать какие-то запчасти, какие-то вот срочно вам надо, например, с возвратом, какой-нибудь там генератор, ну, по боксам реально можно позвонить знакомым, сказать, слушай, надо срочно там двигатель или там что-то от него, там все верну, но зато он будет в наличии у кого-то точно. У меня там есть что-то от GZ. Это да, кстати, спасибо большое за трубочки Кондея. А, да, вот, например, вот, например, эти фланцы Кондея. Саня мне говорит, слушай, у тебя нет таких фланцев? Я такой, да есть, они мне не нужны. По видосу. Да, да, да. Я нашел их у себя с контрактного мотора, тот, который на Чайзера, привез, потому что я их вообще бы выкинул, наверное. А здесь они использованы как раз ты приварил фитинги, да? Да. И они здесь будут под кондей. Под свою компоновку кондея будут проходить, чтобы это было по минимуму видно. Да, блин. На самом деле финальная картинка будет обосраться. На самом деле финальная картинка будет максимально интересной. Ну, тем, кто типа в курсе там GZ-ов, свапов и т.д. и т.п. Простому обывателю, может быть, ну, он типа откроет, ну, типа черное пятно в белой подкапотке, все. Но финальная картинка для тех, кто понимает, будет, ну, очень интересной. А что ты имеешь в виду под финальной картинкой? Это мощность? То есть нет, до 450 картинка... сил здесь будет? Финальная картинка, когда все будет собрано. Ну, вот, типа, когда будет все собрано в финалку, все будет на своих местах, вот это будет максимально интересно, потому что все запаривалось и округлялось вокруг прям тотального шейвинга. Угу. Тотального шейвинга. Ты имеешь в виду вот здесь, чтобы все было? Никаких лишних проводов там и так далее? Ничего нет. Ну, на стаканах ничего нет. У тебя в пятнахе где тормоза идут? Ну, у меня по стоку идут там, по-моему. Плюс-минус вот по стоку. Сверху, помнишь, они идут? Все трубки, короче. Да, я не помню, как у меня, но, по-моему, у меня там вроде снизу просто под этой планочкой. Ну, там, короче, просто прикол в чем, что все, вот тут кусочки тормозов, и больше ничего нет. Угу. И все опять заведено в салон. Круто. Да, коллектор, конечно, очень красивый. Коробка здесь BMW через переходную плиту. Да. Со стоковой сцепой, которая, скорее всего, если нормально навалить на 450 сил, то дриснет. Возможно. Это я так просто свои догадки делаю. Я потому что, знаете, я топлю за сцепу с запасом, там, двухдисковую керамику. Я думаю, мы потом уйдем все-таки от BMW-шной коробки. Ну, точнее, будет она через перевар, а не через плиту. И с большой сцепой хотя бы... Нет, не Узгикин. Нет, точно не Узгикин. Узгикин спек. Ну, либо спек, либо Эдель. Да. Ну, либо Эдель. Кстати, Эдель на BMW работает. Да. Вот. Вон там стек. Пипа. Да, да, да. Если бы он был здесь, он бы там орал, что она работает. Эдель топ! Да, я слышал. Да, Эдель топ для BMW. Просто я очень долго, как вы помните, ставил ее на РБ. Ну, как запарился. Просто нужны были доработки. Но, в принципе, сейчас все работает. Сейчас вопросов нету. Да, сейчас вопросов нету к ней. Доработали, и все окей. Рейка Радиум. Была ХКС-овская розовая рейка, и я понимаю, что это такой презент, короче, был. Я думаю, блин, в жопу эту рейку, но она выглядела прям... Ну, не вписывалась она в концепцию мотора, ну и в итоге радиум. Радиумовский, тут тройничка еще не хватает, не приехал. Здесь вот так вот будет манометрик. Регулятор АЕМ, всякий вон от Фемса, это МАП, по-моему, да. Еще заценим заднюю подвеску этого SX-а, пневмостойки.
полностью весь кит N1 рычагов, даже с нижним. Новенькие тормоза, смотрю. Два суппорта. Здесь реально полный дрифт-спек сделан. Кстати. Открашенный подрамник на полиуретане здесь, типа такой городской спек. Сюда же вот радик. Радик Кондея и интеркулер. Ребят, огромное спасибо, что посмотрели этот видос. Я лично для себя подчеркнул много полезной информации, посмотрел вообще на машины, которые я до этого не видел. Я думаю, вы догадываетесь, что мне такая движуха максимально заходит, нравится. И, конечно же, хочется показать ее вам. Хочется, чтобы это просто осталось на видео. Очень часто, кстати, так делаю, когда, ну, что-то я где-то посмотрел и забыл, может, там не сфоткал, открываю свой видосик, смотрю, а, вот здесь это так. Поэтому такие технические видосы, конечно же, полезны. Плюс посмотреть на другой взгляд постройки автомобилей. Это всегда полезно и можно многое для себя подчеркнуть. Поставьте обязательно лайк, кто еще не поставил. Подписывайтесь обязательно на канал. С вами был Серега Стилов, стройте тачки и до новых встреч. Скоро уже начнется активная стройка моих авто. Очень жду.